мы почему-то висим над горой. Или над пропастью, как это, как правильнее сказать. Неправильно. Что испытывает человек, который висит на подъемнике? Я же знаю, он сейчас поедет. Откуда ты знаешь? Вот, поехал. То есть человек не паникует? Нет. Человек молодец. Человек любуется на горы, человек любуется на цветы, на деревья. Слушай, птичек. Себе плывешь. Сейчас вниз поплывем. Ну, длинненький такой получается спуск. Прям нормально. Долго едем. Представь, сколько надо катиться по этому спуску. Тут же не по прямой катишься, а зигзагами. Бежит через дорогу, надо же. Всюду жизнь.